Прямиком из аэропорта на Мавлид. Даже туристы из Екатеринбурга отменили все свои планы и решили первым делом посетить такое масштабное мероприятие. Семья Рощиных прилетели в Дагестан на неделю и решили, что достопримечательности республики подождут. Такое мероприятие, оно уникальное на сегодняшний день, поэтому мы не можем пропустить. Каньон подождет, а вот такое мероприятие нас прямо привлекло. Я не ожидала такого масштаба, такое монументальное здание и построено с такой именно народным посылом. Это уникально. Это любовью чувствуется. Великолепно. Нужно поддерживать такие традиции, такие чаяния населения. Я хочу добавить от себя, чтобы поскорее реализовался проект, чтобы мы по приглашению наших друзей с удовольствием приедем на открытие. И чем скорее состоится, тем лучше. Посетить Мавлид от Сулеймана Керимова мог любой желающий. Многие приехали издалека, чтобы ощутить эту атмосферу единения. На мероприятии побывали около 5000 человек. Такие мероприятия сплочают, уединяют всех нас. Видим близких людей, радуемся. Машалла, только одни эмоции, можно сказать. Знаете, это большая милость, наверное, Всевышнего Аллаха, что вот так мы собирались всех мусульман в этом месте, потому что в других местах, по-моему, такого не бывает. Это еще одна благодарность Керимову, что благодаря ему все мусульмане сегодня все здесь собрались тоже. Пускай Аллах увеличит его риск, конечно, пускай его баракат всем достанется. Среди гостей мероприятия и совершивший хадж по благотворительной программе Сулеймана Керимова. Из жеребьевки я выиграла, хадж попала. Это великое чудо. Это самый счастливый день в моей жизни. Я благодарна Сулейману Керимову от души, чтобы Аллах самым лучшим наградил его в этом земле и на том вечном земле тоже. Испытываю я, конечно, радость, гордость. Дай Аллах, чтобы побольше таких мероприятий было. Нашиды, викторины и вкусная еда – все это украсило культурно-просветительское мероприятие. На Мавлиде выступали известные ученые-богословы. Мы все знаем, что в этом году наш брат-меценат Сулейман Керимов, он в этом году 1000 малоимущих людей отправил в хадж. Альхамдулилля, за что мы ему очень благодарны. Дай Аллах ему здоровья, долгих лет жизни. Уникальность тут сегодняшнего мероприятия, это, конечно, мы выражаем как бы радость. Мы благодарим Всевышнего Аллаха за то, что Сулейман Керимов взял на себя вот такую как бы ответственную миссию завершить эту мечеть. Очень много людей откликнулось, очень было много волонтеров, которые с большим удовольствием откликнулись, так как этот поступок и поступки, которые совершает наш уважаемый брат Сулейман Керимов, он все хотят быть точно так же участвовать в таких мероприятиях. Отметим, что Большой Мавлид в благодарность Всевышнему был проведен при поддержке благотворительных фондов «Бурхан» и «Инсан». Патимат Ханнапова, Салман Гитихмаев, новости ННТ, Махачкала.